5 часов вечера. Мы на пляже все еще. Давайте, давайте, девочки. Меня не надо. Это у кого не получается? Да, конечно. Ага, мы покажем, какие у нас фотографии. Уметь позировать надо. Света фотографирует Аню. Сколько фоток сделала? Нет, ты не грусти давай на фотографиях-то. Аня сбегала специально, переодела купальник для фотосессии. Как тепло. Я вышла только что из воды. Ну, по мне видно, да, как обычно. Я чуть загорела пачка. Светочка, потом ты на этих камнях. Понятно. Ну, нужно воспользоваться же этими камнями. Вода теплая-теплая. Классная-классная. Вообще. А вон там, вот за мной, семья с маленькими детишками. Такие хорошие. Вообще не вредные, не орут, ничего. Так, покажу. Вот видно их? Маленькие, очень хороши. Просто обалденные дети. Да такие веселые. Такое редко бывает. Такое реально редко бывает. Жарко. Все, а, кстати, мы завтра едем в Абхазию. Купили уже эти путевки. Завтра утром, примерно в 7 часов утра выезжаем. Так что вот так вот. Вот и все, вот и все. Аня, Света фотографируется. Вода. И вроде бы на понедельник обещают дождь. Вроде бы даже проливной дождь. Но дождь, местные говорят, может пройти в горах и нас даже не захватить. Смотрите, солнышко садится. Ну, темнеет очень рано. Сейчас, наверное, даже 5 еще нет. Может, где-то без 10, вот так вот. Все купаются. Так классно. Так классно вообще. Сейчас переверну, покажу вам водичку. Не знаю, я посмотрела и смотрела. Чистая, красивая. Вот если бы еще не камушки на этом, вот этот, не, если бы еще не берег. Их красивые, да, фотографии? Я себе потом наделаю скринов с видео. Хотя можно сейчас сделать. Так, щелк. Щелк, фотки, все сделала. А я же плаваю далеко, вот дальше буйков, гораздо дальше буйков. И я вот очень близко вижу вот эти вот лодки, которые плавают. Кстати, падают люди. Парни падают, девчонки падают с них. Света фотографирует Аню. Я не могу. Света, оказывается, еще тот фотограф. Интересно, Аня проверяет? Мне кажется, да. Вот мои любимые дети. Вот, очень хорошие.
Анька продолжает фотосессию. Анька красотка. Света уже сейчас, мне кажется, ляжет на камень. Ну, камни реально обалденные. Грех не воспользоваться красивыми такими фотографиями, чтобы не сделать. Самолет взлетает. Будем уже подкодироваться. Вечером пойдем в кафе, миска поедим. Сейчас пойду с этого, с пляжа хурмы куплю. Штиль, полнейший штиль. Теплая водичка. Просто, вот, я не знаю, хотела сохнуть, я вот опять уже иду в воду. Я просто представляю, что завтра мы уедем на экскурсию утром и приедем поздно вечером. Но мы будем заезжать купаться в Гагры. Да, сказали, что будет стоянка, и мы будем купаться. Ну, я надеюсь. Сейчас переверну камеру на себя. Сейчас у меня такой уже вид изможденно уставший. Фу. Супер просто. Я не знаю, я не успеваю, я прям даже, я не могу нарадоваться. Как классно жить в море, как классно. Так, смотрите, я по горло, так, подожди, у меня телефон не упадет. Я по горло, и посмотрите, какая чистая вода. Вы посмотрите, вот, вы посмотрите, чистота воды. Ничего себе, да? Вот вам. Обалденная вода. Теплейшая, чистейшая. Я в кепке, смотрите, как это хожу. Волосы сюда убрала. Просто купаюсь сегодня в креме, в детском. И знаете, и кожа стала легче вообще гораздо. Ой, я думаю, господи, что он там замер? Лежал, поплыл. Я думаю, все, хана ему уже по лысой башке. Только лысую башку видела. С проплешиной из воды. А, вот оно. Я к месту к фотосессии подгребла. Так, она продолжается. Аня, а ты проверяешь? Нет. Аня, ты посмотри, она пойди вообще не с того ракурса фотографирует. Она говорит, она поди селфи делает. Ань, ты посмотри, если что, чтобы ты подкорректировала. Она говорит, поди селфи делает. Вот. Вот она, чистота воды, вот она. Вообще. Блин, мне кажется, я такой чистой воды вообще не видела. Офигенная вода, офигенная. Вот так вот. Все, пойду выходить. Самолет летит. Не видно, наверное, из-за солнышка. Завтра на весь день на экскурсию. А, кстати, я сегодня не пила. А вчера выпила одну банку пива с жареной мойвой на набережной в Адлере. С жареной мойвой, с жареными такими крылышками с острыми в специях. Там просто музыка везде играет, я не могла снимать. И темно, если честно. Вот что-что, тут всегда темно. Одну баночку пила. А сегодня еще не пила. Так что думайте про меня, что я алкоголичка. Никакая не алкоголичка.
Это получается, это же еще не закат, да? Но солнышко садится. Так, сколько мы сегодня? 17, да, сегодня? 17 уже не считаем. 18, 19, 20, 21, 22. 5 дней. 5 дней. 5 дней. 5 счастливых дней. Даже если местные говорят, что будет дождь. Ну что? Дождь в Сочи я еще ни разу не видела. Вот так. Шторм я уже посмотрела на море, ну такой. Штиль посмотрела. Пускай будет дождь. Я нисколько не против. У природы нет плохой погоды. Приду на пляж. А, нет, если будет дождь, пойду в кафе. Подождите, в понедельник будет дождь, девочки уезжают в кафе. Мы проснемся и пойдем сразу пить вино тогда в кафе. Если будет во вторник дождь, я проснусь и пойду одна пить в кафе. Нет, не одна. Не одна. Заберись, попробуй. Скользит. Все, мои дорогие, пошла. Сейчас фрукты купим домой, сохнет. Ты очень много историй пропустила. Я очень много. Пропустила? Столько было. Я лежала ухватывать весь пляж. Слушала их в оба. Короче, это было смешно реально, да? Очень. Да. Ой, мамочки. Не дай бог до такого дожить. Не дай бог до такого дожить. Аня, ты не хочешь маму пофотографировать? Сейчас пофоткаю. Я ее вчера фотографировала. Я видела. Я миллиард фоток переслала. Пофоткаю, что если завтра мы в Абхазию выдвигаемся? Конечно, нужно до Талова. В закате ты меня не фотографируешь. Сейчас я тебе буду фотографировать. Анечка, расскажи, где ты его купальник покупала? Алиэкспресс, по-моему, или Джун. Вот. Видите, какой купальник красивый? Рекламирую, да. Вы все равно обосрете, так что давай. На вас. Вот так вот. На вас еще раз, да. Это кисемки-то, это к чему? Это очень длинные эти. Нет, на тебе божественно сидит. Ну что-то с кисенками хуйня какая-то, да? Да, я тебе про что я говорю. Я хотела их сейчас в номере обрезать все. Ты что, дышишь? Чтобы вот отсюда дотянуть, просто завязать, вот знаешь, сзади. Ну? Было бы идеальнее. Ну как? Ну? Тут их не будет, а я тут сзади завяжу. Нет, они ничего обрезать не нужно. Ничего обрезать не нужно. Мы вот их сейчас развяжем и через одну ногу перемотаем. Зачем? Ну куда-то надо их деть. Только не, она их приспособила. Слушай, где такая камера? Какая? Приеду, скажу, Денис, покупай мне второй телефон. Так это второй телефон, это старый мой телефон. Да хоть какой, пусть он и второй покупает, мне вот. Одного мало. Подожди, а чем тебе твоя? Ну мой, конечно, идеальный. Это мой маленький, самый хороший. Вот. За 155 тысяч? Да ну нет. Ну за сколько? 70. Ну. За 70? Ну. Ну, блядь, мне за 20. А вот это вообще за 15. Вот это за 15 вообще, на который снимаю. Чуть-чуть, нет, не ты. Короче, я пока ходила. Они такие концерты устраивали. Я пришла, мне Света с Аней рассказывает. Это мужик местный. Бабы приехали отдыхать. Которая баба с ним, она, короче, она замужем. Она замужем и вот с этим мужиком связалась. Света, я забыла историю. Короче, мужик местный, да? Это бабы, которая с ним, эта алкоголичка, она замужем. Все правильно? У нее муж очень сильно бухает. Она его не может это закодировать. А она нет, да? А она говорит, я, короче, идеал, а он вообще никак. Вот, посмотри, вот идеал идет. Короче, это вообще это огонек. Курортный роман. Ой, мамочки, можно я такие не буду заводить? Курортно. Посмотрите на меня, я кепку сняла. Все,
Светочка, иди на фоне моря. На фоне нашего? Ну на фоне тапок, что ли, ты фотографируешь? Ты что, Света, иди на фоне моря. На фоне душевых, которых ты побывала, Розулю. А ложись на этот. Да и не надо. А чего? Да просто меня вошли. Света, иди на камушки тоже. Аня, заставь ее, чтобы были красивые фотографии. Света, иди. Давай двигаемся говорить дальше. Короче. Это еще. Ну, ха, зачем я фотографировать, у меня видео есть. Ой, давайте. Инна говорит, ты нам все закрыла. Нет, говорит, она как раз таки нам все делает нормально. Лежат. Вставайте. Может, вам руки подать? Не надо такие фотки, Аня, мне лично. Ты можешь себя лежа как хочешь. Да ну красиво. Света, ты че? Было вообще красота. Такие вылегли, Зеля. А посмотри, у меня что-то. Я не могу. Ой, Света, ты такая вся в гальке. У тебя купальник-то, представляешь, так у тебя купальник-то белёхонький. Давай крутись. Вон у тебя, представляешь, пыльный прям купальник-то. Прям в гальке. Не пыльный, но... Ну прям пыльный. Прям вот в камнях. Ну, я очки снимаю и это. Все красиво, давай. Красивая урод. Красивая урод. Да ты что, никакой ты не урод. Посмотри. Специально, да, создаешь такие всякие образы? Да, мама так не любит вообще. Я так делаю. А что бы не показать, да, ведь? Вот она, инстаграмная эта девушка. Красивые фотографии, залог успеха, не то чтобы. А мы что, мы... Не вы! Они! Да, на них все равно гадости напишут, да ведь? Я думала, ты... Так они уроды все. Ну нет, не везде они... Которые хорошие пишут, красивые. Которые плохое пишут, да. Это абсолютно. Так оно и есть. Так оно и есть, Анюта, я с собой согласна. Нас любят красивые люди. Конечно. Посмотрите на мои волосы. Пошли, я тебе это... Нет, завтра... Посмотрите на мои волосёшки. Ты дал, посмотрите. Облокотись просто и будешь художать на фото мама. Нет. Тогда меня сфоткай. Света, иди фотографируй, дочь. Художественное фото. Короче, надо уже валить отсюда. Нужно сохнуть и идти ужинать. Сейчас куплю хурмы, завтра поеду в Абхазию. Я хочу посмотреть, как они тащат лодку. Я видел, как они ее стаскивали. Вчера, что ли. Катамаран. Который вот спереди, ему очень тяжело. Давай, а, с белыми глазами, давайте. Это что встал? О! Да ладно, что вы, такие силачи. Вот это сильнее всех будет. Вот это, видите? Да. Я больше всех пью. Ограничений у него нет. Да? И в целом мире сейчас только что мой, видимо, зритель отметил меня в сторис Инстаграм с этой песней. Странная. Радуюсь. Парнишка какой-то. Нет, стой! И голову пониже.
руку на локоточек. Света, делай, как дочь говорит. Ну нет, не так. Что это? Другую руку на локоточек. Давай другую руку. Я сейчас начну снимать и выставлять в YouTube. Страшно, давай все равно. Руку сюда нету. Да. Света, не балуйся. Руку ко мне, локоточек выпрями. Да не туда, в ту, вот это сюда. Ну, давай. Море-то видно хоть. Море видно. Руку-то зачем так поднимать? Ну, сейчас уже солнце сядет. Уже садится, давай быстрее. Ладно, Санька, хочется тебе. Я уже ломала стоять. Света, давай, делай, как дочь велит. Санька, хочется тебе. А что, тебя завет для сумки снимать? Ну все, слава богу. Все, одеваемся. Солнышко, посмотри, как красиво. Я 10-й раз уже прощаюсь с вами. Хочу сказать все, в следующий раз. Все, все, все. И в итоге. И в итоге что? И мы все с пляжа не можем уйти. Ну все, сейчас точно, сейчас уходим. Света с Аней зашли за краской. Вот эта вот милая женщина, мусульманская, это Анька наша. А то смеетесь, а что? Заходи на это вопрос. Это? Замечательно. Она очень красивая, Светочка. Ты ей сказала одеться, она оделась. Да. Я буду сейчас так вот ходить. Здравствуй. Аня, смотри, пожалуйста, под ноги. Потом я вот завтра. А что там? У нас возле дома такой магазин есть. Очень в сладости. Офигенные. Пойдем, вина купим. Вина купим. Это мы из Магнит Косметикс спускаемся в Магнит. А я хожу по магазину и ищу вино. Даже сотрудников магазина привлекла. Она говорит, девушка, вы на втором этаже. Вино на первом. Там у нас нет ничего. Я за вино. Я все свороточки, я же знаю, где бухлишка стоит. Я все свороточки прошла в Магнит Косметик, Косметикс или Косметик. И она и даже магазин привлекла сотрудников. Где вино, которое я покупала? Где оно? Я окружалась, я не вижу того вина. Ну, я вот его увижу, я узнаю. Ну, не Фанагория. Не. Массандра. Мне кажется, да. Сангрия. Нет, нет, нет. Вино Тамани, вот. Нет, подожди. Мы в прошлый раз и на Массандру. А где оно? Ну вот, наша вот Торрета Лада. Вот оно, красное сухое. Да, где? Лыхны. Нету, я бы... Подожди, год уже... А стоило? 400 с чем-то. Может быть, вот это вот может быть. Может, вот это вот? А, да, подожди. Вот она, Массандра, да. Подожди, оно сухое, красное? Точно такое тебе. А, это каберне, подожди. Нет, не такое, мне кажется. Я покажу, в чем вы заставляете меня ходить. Красное, сухое. Света, дайте мне, пожалуйста. Так. Так. Такое прям горячее. А вот это белое сухое 300, вот это красное сухое. Оно стоило, кажется, чуть дороже. То-то я ваше не пила. Нет, что-то я сомневаюсь. Ну-ка, я, наверное, пиво. Я, наверное, возьму пару банок козла. Вина? Нет, я пиво. И что-то вот я сомневаюсь, я не вижу такого вина. Ну вот Санта-Барбара, я рыжую не хочу, я бы коричневую попила бы. Давай, ломайся, круши. Я же не выгнусь. Я тогда лучше пиво. Я не вижу тут. Ну нет, смотри, если хочешь, давай возьмем Торрета Лада. Я не вижу. Вот это вот, это белое. Оно неплохое. Авторское. Ну я не хочу. Авторское. Ну, не хочу такого. Ладно, пивка. Мам, ну, берите.
Я пошла за пивком. Возьму два козла из холодильника. Из холодильника, да. И фруктов. За 50 рублей. Какие сладкие? Что хочешь, козла? Я козла. Я тоже буду козла, но мне это приглянулось, пока я сейчас это... Я тебе говорю? Ну да. Но... Нормальная? Ну, когда я черный пила, он похож был на это, на кефир или на этот квас. Мама, ты какое? А вы какое? Я козла. Я тоже козла буду. Я козла. Возьми мне темного козла. Темного? Да. Давай, давай, Анька, бей посуду. Нет. А да там стоит так просто, внахлёст. Аня, что ты хотела сладкого? Нет, я просто вам торт предлагала. Торт? Да, вот тут. Меня иногда находит, я так хочу такого. Шоколадку? Вот этого. Нет, не шоколадку, а какого-нибудь такого шоколадного бисквита. Вот. А что, либо Наполеона. Будет? Нет, не будет. Ой-ой-ой, Наполеон, мы Наполеон. Мы просто помечтали. Всё, нет. А я шоколадку куплю. В день по шоколадке за меня надо жрать, вот. Чтобы рожа улыбалась. Видели женщину в толпе. Все отлично. Шоколадку на кассе куплю. Да, мы просто возьмем пиццу. А, да? По карте? Спасибо большое. Ага. Спасибо. Угу. Денежки с нас. Анечка, ты зачем? Оставь для тарелку здесь. Оставляй. Сейчас я положу ее на стол. Спасибо, малышка. Мы ее подогрели. Она теплая. Да? Да. Она теплая. Анютка пиццу сегодня покупала на пляж, Света. Я вижу, у тебя какая нарядная. Причем такая страшная. Это лучше, чем сосиски выйдет. Света очень хороша. Нет, такой не было. Это, по-моему, колбасой. Ну, они с колбасой. Нина, аккуратно, мы переходим. Колбасой, сыром была и грибами. Мы же будем рядом с ней, я вечером курму у них куплю. Наечка, как раз поесть. Сейчас сняла. Вон. Они работают до ночи. Я куплю их вечером. Какая прекрасная пицца. Просроченная? Прекрасная. Не-не-не, очень даже прекрасная пицца. Очень вкусно. С пляжа идем, уже темно. Вон, сегодня типа мы припозднились. Угу. Так, Аня, ты не забудь, что на твой телефон еще должны нам сегодня позвонить. Да. С 8 до 10. Ага. Сказать мне... Насчет завтрашней экскурсии. Да, с номера автобуса. Все, мы дошли до дома. Это, ты что сейчас делать будешь? Заходи ко мне. Я сейчас вам буду красить, заходи к нам. Хорошо.
точно. Я приду к вам сейчас. Ну. Все отлично. На балконе посидим. Угу. Пиво попьем. Угу. Все, все правильно. Маму попросим. Все так и есть. Сейчас придем. Мы дверь закрывать не будем. А вы тоже не закрываются у вас. Светочка, заходи, дорогая. Если я к вам приду, оставляй пиво у себя. Ну? Что-то темно, блядь, какое-то. В подземелье. Включайте свет. А что, на света нет? А прикинь, света нет. Вот сейчас я накрасим. А нет, нет. Есть, есть, есть. Ой. Ну все, скоро буду. Душ приму, приду. Блядь, еле иду. Встал как собака. Ну чё? Хер попадешь еще. А, может, в эту сторону. А, зачем ключи достаю? Никогда не доставала, тут достаю. Так, что у меня? Зарядился телефон? Зарядился, время 17:59. Ну что, включаешься или что? Все, мои дорогие. Я в душ, видео на загрузку. Привет вам из Сочи, из Адлера.